Так, всем привет. С вами Сергей, Португалия. Вот, как вы думаете, где я стою? Вот мои ноги, да? Вот мои ноги. Вот я стою. Все скажут, наверное. Ну, обычно на земле, на какой-то щебенке туда-сюда. Да. Я, короче, сейчас стою на самом краю земли. Вот, видите? Вот это земля, да? Асфальт старый какой-то здесь был. Вот. И я стою на самом краю земли. Вот. Porsche, да? Porsche и взялась, включилась сигнализация в этой Porsche машине. Вот. Ну что, короче, край земли, да? В общем, я решил вам показать видео такое с самой крайней точки европейского континента. Мы находимся на месте, которое называется Фарол Кабу до Висенте. Вот, видите? Вот это вот Фарол. Фарол — это маяк, да? Вот у нас вот здесь, вот дальше этого маяка уже все. Это у нас вот дорога здесь, да? Дорога такая идет. Вот мы приехали оттуда. Вот здесь уже все. Вот здесь дороги дальше нет. Здесь машины разворачиваются и едут обратно. Вот. Сейчас я вам буду показывать берега, то, что я буду видеть, и вы будете видеть, и я думаю, вам понравится. Вот, еще раз напоминаю, мы находимся в Алгарве, крайняя точка континента, самая крайняя точка. Посмотрите, если хотите, посмотрите по карте, найдите город Сагриш, и мы находимся еще немножко выше этого городка, где-то 4 километра выше. Это самая крайняя точка. Самая крайняя. Все. Короче, дальше дороги нет. Здесь только есть соединение двух течений в океане. Здесь у нас как Атлантический океан, да, все знают, что Португалия на берегу Атлантического океана. Вот. И здесь у нас один берег, да, а на той стороне, куда я подойду попозже, у нас другой берег. Вот. Вот такие вот у нас красоты. Сейчас ветер, но я думаю, все это будет видно и слышно. Вот. Вот такие вот скалы, такие большие, смотрите. Вот эта линия горизонта у нас, все красиво. Здесь очень много туристов приезжают сюда. Пожалуйста, здесь можно сделать очень красивые фотографии тоже. Там вроде как внутри какие-то магазинчики есть, можно сувениры купить. Вот, это все старинное, вот эти вот стены такие, да, под старинные крепости, да. Вот, сейчас я еще немножко спущусь вот сюда. Вот так вот. Вот, смотрите на все эти красоты. Очень здесь высоко. Высота просто вообще неимоверная, да. Ну, в общем, буду сейчас ходить и показывать вам, что я вижу. Что я вижу. Здесь, кстати, вот можно купить, приезжают постоянно люди сюда. Можно купить какие-то свитера из каких-то там ниток крутых, короче, они вас будут греть, да. Там можно покушать, закусочные различные. Ну, это я для тех говорю, кто соберется съездить на край света, как сказать, на край земли, да, сделать такое путешествие через всю Европу и доехать до самой крайней точки, до самой крайней точки земли, как вот делают вот эти вот люди, которые ездят на автодомах. Так, ну что, сейчас сходим на эту сторону, я вам покажу с этой стороны еще кое-что. Так, истории сильно я не знаю за это место, да, но это место очень интересное, потому что здесь уже вот в эту сторону у нас идет, вот там вот по берегу, если ехать, да, ой, плыть на корабле, то там уже как Лиссабон в той стороне. Примерно вот в эту сторону, если посмотреть, да, сейчас я выйду. Здесь, кстати, и ветра нету, видите, на той стороне был ветер, а здесь нету. Вот если смотреть вот сюда вот по горизонту, по вот этой линии горизонта, то там уже Америка, вон там с той стороны. Вот, американский, ну не видно, конечно, да, но я говорю, что
в этом направлении Америка. И, кстати, в этом же направлении где-то... Не, вот сюда вот немножко. Вот в этом направлении где-то затонул Титаник. Километров 800 отсюда. Где-то так. Так, сейчас посмотрим, что у нас по берегу здесь. Вот, высота здесь вообще, смотрите. Офигеть. Вот. Стена какая-то тут даже сделали. Вон там группа туристов, пожалуйста. Здесь очень, кстати, много подводных водолазов. Ну, подводной рыбалкой люди занимаются. Здесь, говорят, очень хорошее место для рыбы. Ловить рыбу. Вот. Погода хорошая сегодня. На данный момент градусов, наверное, 25 тепла. Вот. Я сейчас на такой возвышенности еще стою. Сниму вот эти вот все красоты. Вот такая вот у нас обстановка. Вид такой, да? Сейчас пройдемся еще немножко вот сюда. Вот, посмотрим, что у нас здесь. Какой вид со скалы. Очень много людей сюда приезжает. Посмотреть. Ну, романтика. Край земли. Край земли. Все. Здесь дальше дороги нет. Вообще. Крутяк. Полный крутяк. Кто любит путешествовать, пожалуйста, я говорю, приезжайте сюда. Здесь есть много мест. Я даже видел, люди ставят палатки здесь. Пожалуйста, отдыхают. Потом опять идут, смотрят на красоту этого места. Вот. Какой обрыв у нас, да? Вон там уже океан. Еще раз повторяюсь, это Атлантический океан, кто не знает. Жалко, не видно никакого корабля, проходившего рядом. Вот. Место обалденное. Очень здесь свежий воздух такой, красивый. Вот. Вон какая огромная скала, пожалуйста, высота. Да. Сейчас я... Главное мне, чтобы не упасть. Вот. Виды, да, такие. Вон там такая бухточка. Красивая такая вода у нас. Вот. Вот такие вот пейзажи и обзоры, да. Красотень. Край земли. Дальше дороги нет, ребята. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас творится в самом маяке, там, как сказать, да? Фарол по-португальски, это фарол, маяк. На каждой точке такой, которая выступает, да, по линии берега. На этой машинке мы приехали. На каждой точке стоят вот такие фаролы. Кстати, дальше тоже видно на горизонте далеко-далеко. Не эта палка, да, а там. Хорошее зрение, смотрите. Так, сейчас посмотрим. Здесь какая-то карта у нас даже есть. До, видите, вот пешком, если идти, до Сантьяго-Касы, 220 километров. Вот такой велосипедик интересный. Ну, тут уже все старое. Кто-то на мотоцикле приехал. Сейчас я вам покажу еще здесь, с этого места, такой вид. Сейчас ветер будет дуть, но не обращайте внимания. Вот такие виды. Люди приехали, отдыхают себе. И отдыхают в очень хорошем месте. На краю. Континента, на самой крайней точке. Ладно, идем внутрь, посмотрим. Вот здесь бесплатный, пожалуйста, ходите, смотрите. Вот такое здание, это все старинное, этому всему очень много лет. Вот даже видно здесь, что-то написано, 1846 год, да? Очень старое место. Вот здесь можно
кинуть 1 евро или 50 центов. 50 центов, да? 1 евро и 50 центов одновременно можно. И то, смотря сколько минут. Вот. И можно посмотреть в такую подзорную трубу очень далеко. На вот эти вот, на вот эту линию берега, на береговую линию. Да? Вот такой вот у нас вид. Здесь сейчас, здесь сразу же и кафешечка есть внутри. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, здесь можно тоже в туалет сходить, там еще что-то. Магазинчик. Вот. А мы идем дальше. Вот, здесь магазинчик. Ложа шоп, да? Тут можно сувениры купить различные. Вот еще такой вот вид у нас, да, красивый. Это все вот, вот в этой стороне, вот там уже Америка. Далеко-далеко. Вот такой фарвал у нас. Маяк, да, он ночью светится очень сильно, чтобы проходившие мимо корабли все это видели. Где у нас находится линия береговая. Еще такой вот вид. Жалко, не видно акул, не видно дельфинов. Но вот такие вот виды красивые я вам хотел показать. Еще раз напоминаю, если кому нравится то, что я снимаю, подписывайтесь на мой канал. Буду рад вас видеть. Пишите комментарии различные, что вам нравится, что вам не нравится, что вы хотели бы увидеть и услышать. Вот такие цветочки у нас тут растут. Красивые. Тут, когда линия горизонта более хорошо просматривается, тут видно далеко и корабли, как идут сдалека, да, и грузовые, и пассажирские. И здесь даже есть какой-то туристический такой маршрут корабля, такого парусника, наподобие пиратского. Он выходит с порта Лагош, вот, который находится километров 25 отсюда, и туристов он везет по вот этой линии берега посмотреть, как это все видно со стороны воды, да, со стороны океана. Вот такой вот фарвал у нас красивый. Еще раз показываю. Вот. Что у нас еще здесь интересненького? Здесь заборчик. За заборчиком уже вход запрещен. Вот, а мы здесь посмотрим. Посмотрим, вот здесь у нас рядышком туристы. Ира мне позвонила. Туристы различные. Вот, даже и по-русски разговаривают. Много очень туристов из России приезжает сюда. Так что, если вы захотите побывать здесь, я вам просто не то, что обещаю, я вам говорю, что вы не пожалеете, что приехали на это место. Очень хорошее место, очень красивое. Самое главное, это место для романтиков. В этом месте можно и влюбляться, и жениться, и так далее. Ну что, наверное, я буду заканчивать на вот этой красивой картинке мое видео. Вот, завтра я улетаю в Германию, и уже с Германии такой красоты я вам не покажу. Так что, еще раз повторяю, с вами был Сергей, Португалия. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Очень много знаю за Португалию. Вот. Всем постараюсь ответить. Ну все, всем пока. И спасибо, что смотрите мой канал. Все, всем пока.